что-то. Пропустите, пожалуйста. Идет дверь мимо. Вот сейчас сделал ушел в суд. Топ, первенец, послушайте. Представитель прокурор. Вопрос сейчас к вам. На Масимове замыкается круг подозреваемых или нет? Или нет? От организаторов именно. В настоящее время работа следствия продолжает. На этот вопрос, я еще раз говорю, она особо секретна, в режиме она проходит. На этот вопрос после завершения уголовного дела мы полностью вам ответим. Вы не ответили на мой вопрос по поводу Самата Абишева. Самата Абишева, он находится в стране или нет? Или вы его отпустили? Его никто не задерживал. Он, наверное, находится и в стране. Может быть, он улетел. Мне это неизвестно. Скажите, Нурсултан Назарбаев фигурирует в делах о январских событиях? Все, последний вопрос. На этот вопрос я не могу ответить. По какой причине? Скажите, пожалуйста. Китап жазылды, да? Неге китап жазылды? Ол билікке келуді көздеді, үш жыл билікте отырды көздеді. Китап жазған, китап жазған мен емес қой. Китап жазған адамдардан сұраңызды. Он сейчас задал. Что вы можете сказать по Нурсултану Назарбаеву? Карим Масимов был человеком Нурсултана Назарбаева. По госизмене, еще раз скажу, по госизмене, расследует уголовное дело Комитет национальной безопасности. В данный момент, я вам еще раз, она совершенно секретным режимом рассматривается. Но он фигурирует или нет, можете сказать, есть ли Нурсултан Назарбаев? Не знаю. А прокуратура не делает обвинительное заключение? Да, конечно, будут делать, если они представят эти материалы нам. Так подождите, дело же не представляли же. Нет, дело же в суде, передано в суд. Дело же секретное, как вы не поймете. Нет, дело в суде, а вы обвинительное заключение не делаете. Вы не поняли. Отдельное дело выделено от этого уголовного дела, которое в суде, а она расследуется в комитете национальной безопасности. Тоже режим секретности. Жаңа, сіз 18 адамды айтамыз дедіңіз. Масимовтен басқа кімдер бар тағы айта аласыз ба? Здесь хочу остановиться, особо обратить внимание, что первый раз боевое оружие силовиками применили 16 часов 5 января при обороне резиденции президента. И далее оружие применяли силовиками при отражении атак на здании полиции, акиматов, других объектов, то есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при зачистке городов от вооруженных боевиков. То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента. Все дискуссии по этому поводу намеренно уводятся в сторону общественного мнения. Фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять по поражаемым по преступникам. Есть прямые нормы закона. Это о правоохранительной службе, о национальной гвардии, противодействие терроризму, которое позволяет применять боевое оружие для отражения нападений при угрозе жизни и здоровью людей. Именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа до локализации обстановки. Государственный террор, подготовка к этому была, погружение к нему было. Основные организаторы, как я уже сказал, возбудили уголовное дело в отношении первых руководителей Комитета национальной федерации Масимова, и в том числе их заместителей. То есть Масимов главный организатор, правильно? Да или нет? По версии следствия. Можно сказать. А скажите, пожалуйста, как так получилось, что все руководство КНБ было в курсе, и вы называете одним из главных организаторов. А сама Абишева нигде нету. Он же в это время был заместителем начальника КНБ, председателя КНБ. Он не виновен в этом? Он ничего не знал? Трудно, конечно, сказать и ответить на этот вопрос. Сейчас идет непосредственно на государственном мероприятии, в том числе и расследуется, и уголовные дела. Расследовался Комитет национального закона в части измены, после измены и захвата власти. Сама Абишева, какой у него статус? Сейчас. Какой статус? На данный момент, я еще раз говорю, расследуется. Уголовное дело не прекращено, оно расследуется. Вопрос об ответственности будет по окончании. Мы вообще об этом сообщим. Скажите, какой статус?
такой статус у Самата Абиша на данный момент? Подозреваемый, свидетель. Нет, нет, ничего такого нет. Его просто допросить, как свидетель. О, если свидетель, просто свидетель справа защиты. Просто свидетель справа на защиту. Статус какой? Просто свидетель или свидетель справа на защиту? Просто свидетель. Прокурор, а сам не поставил.